Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня нам с вами нужно быть очень скрытными. Я сказал скрытными! Куропатка плавающая! Прямо сейчас Катя находится на учебе. Это ее последний день, когда она отправилась в университет, потому что как бы все, она его в этом году заканчивает. И у меня появилась такая небольшая возможность подготовить Кате какой-то предновогодний подарок, мистический подарок, а именно построить колодец желаний, работающий колодец желаний, для которого я уже подготовил небольшое, засрали, конечно, подготовил небольшое местечко, он у нас будет находиться... Вот там, вот снизу. И в чем будет заключаться суть этого колодца желаний? А все очень просто. Катюха будет сюда подходить, бросать сюда какую-то монетку, как это обычно люди делают, когда загадывают какие-то желания. Бросит монетку и скажет там: колодец желаний, подари мне, пожалуйста, 10 килограмм лаванды на Новый год. Ну или что-то такое. А колодец желаний у нас будет работающий. И в этом мне как раз-таки помогут подписчики в этой серии. Почему я уверен, что Катя поверит в то, что колодец желаний работает? Ну это же Катя. Ну, мне кажется, мы сами себе можем ответить на этот вопрос. Это же Катя. Она каждый раз, когда заходит в Майнкрафт, сначала здоровается с Милкой, 10 минут ей рассказывает новости, что у нее там происходит в жизни, и только после этого идет ловить рыбу, тоже с ней сначала разговаривает, и только потом ее ловит. Это же Катя. Она до сих пор верит, что Херобрин существует. Поэтому забираем нужные нам ресурсики. И пока Екатерина не притопала домой, а она уже будет дома примерно через минут 15-20, мне быстренько надо построить все, что я запланировал в этой серии. А уж потом проверим, работает ли колодец желаний. И потом проверим, сможем ли мы затроллить Катю. В первую очередь я предлагаю прорыть здесь огромную дырень. Я не знаю, насколько глубоко нам нужно делать этот колодец желаний, но чтобы Кате было страшно сюда спускаться, и чтобы Катя однажды не захотела проверить, работает ли он по-настоящему, или все же кто-то здесь внутри сидит и принимает ее заказы. Поэтому прямо сейчас я предлагаю здесь сделать такой небольшой туннельчик, который будет выводить вот туда. А здесь поставить воронки, которые будут ловить те самые монетки, которые сюда будет бросать Катя. Вот такой глубины у нас будет колодец, и туннельчик, который там снизу, будет проходить под этим всем делом и выходить здесь. А здесь я накрою это все тыквой, чтобы не спалить Катю, потому что там есть все же какой-то туннель. Я слышу то, что там кто-то умирал или нет. Кстати, да, опа, опа, и вот опа. Спасибо, что мне напомнили, что надо тушить костры, потому что пчелы, когда я не вижу, умирают эти. Ядрёна кочерышка, зачем я потушил костер и только потом Дурак дуремонский. Сначала же надо вот это собрать мед, а уже потом костер тушить. Я, походу, надел эту шапку, резко потупел. Пацаны, не кусайте меня лишний раз, вы же опять умрете, а? Пока мы для Кати готовим наши новогодние подарочки, медовый бизнес процветает, мед собирается, в инвентаре у меня уже 9 бутылочек меда. Это значит, что в следующей серии мы сможем сделать уже медовый блок. Но к этому мы вернемся чуть-чуть позже. Сейчас мне нужно сделать то, ради чего мы сегодня с вами, ребятки, здесь собрались. Делаем, в первую очередь, воронки. Делаем 5 сундучков, и потом все это железо, которое я взял с нашего сундука, который находится на корабле, мы ставим вот так и делаем 5 воронок. Спускаемся сюда вниз. Один сундучок мы поставим вот сюда. Потом берем вороночку и присоединяем к сундуку. К этой воронке присоединяем эту. Потом вот так и вот так. И вот так, чтобы все у нас было присоединено друг к другу. Я беру, кидаю вот сюда картошечку, и она вся перенаправляется вот сюда, в этот сундучок. Все работает зашибительски. Здесь мы берем и закрываем все это. Готово. Как мы знаем, под этой тыквой находится наш тоннельчик. Мы берем и ставим сюда лестницу, чтобы было намного проще подниматься, намного проще спускаться. Ага, вот так.
И вот так. Все, спускаемся сюда, смотрим, что Катя накидала в колодец желаний, забираем себе обратно, берем и поднимаемся обратно по лестнице, закрывая это все, разумеется, тыквой. И как вы видите, я здесь сделал небольшую перестановку. Я сначала хотел построить колодец вот здесь, но подумал, что это прям центр города, и колодец здесь, ну, не будет играть какой-то хорошей роли. И также я продолжу строить вот эту мачту, палубу. Командирский мостик, фиг его знает, как это называется, никогда не выучу, ну короче, вот, у нас паруса появились. И маяк я перенес вот туда. Само собой, то, что Катя у нас не тупая, Катя у нас умная, поэтому надо сделать красивый колодец, чтобы Катя клюнула как раз-таки на красоту. Вот здесь я немножко так накопаю, вот так, и это все застрою булыжником. Вот примерно где-то вот так три уровня, вот до сюда. Сюда и вот сюда. Вот так. Пока. Колодец желаний. Колодец желаний. Подари, пожалуйста, Ядрёна, вот это матрёна! Вы чё меня пугаете до усрачки? Даже сейчас, когда я без Кати играю, сумасшедшие просто кабаны летающие. Отстаньте! Колодец желаний? Пожалуйста, собаки, честное слово. Избавь меня от этой саранчи, пожалуйста. Выполни мое желание. Ну, со мной не работает, зато с Катей 100% будет работать. Ладно, а где выход, кстати? Вот здесь? Или вот здесь? Да. А, вот здесь, да. Надо еще запомнить, где здесь выход, то я вообще запутался. Да. Прямо сейчас мы приступаем к нашей крыше, и здесь наверху надо тоже сделать что-то прям красивое. Давайте мы здесь сделаем с другого какого-то блока, давайте со светлого. А вот примерно как-то вот так, сюда поставим вот это, так, 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 и вот так. Сейчас сделаем вот сюда дорожечку, вот так, вокруг нашего всего колодца, чтобы можно к нему было подойти с любой стороны. Так, ну и конечно же самое главное, что нам сейчас нужно сделать, это набрать водичку с бесконечного источника воды и вылить. Я вылил сюда, почему ты снаружи вылилась, алло? Вот все. Ты дуриман, да ядрить колотить, ладно, давай сюда тогда. Что-то вообще непонятное творится. Вот так, и последний. Вот сюда. Потом я как-то это подниму немножко уровень колодца, потому что что-то он как-то не хочет. Все там заполнилось. Мед, 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 бутылочка. О, да, ёшкины матрешки, да что ж ты такой тупой? Ну, в смысле я? Ну, пацаны, я реально забываю то, что надо сначала костер. Чебурак, фас. Бесполезный кусок собатины, собачачины, собатютины, понимаешь? Иди отбивайся. Не гавкай, иди отбивайся. Все, больше никого. Так вот, чтобы наш колодец желаний работал, надо взять самую драгоценную вещь, которая у нас есть. Ну или милку можно в него кинуть, но это уже как-то слишком будет. Поэтому, наверное, все же возьмем и кинем туда. Ну да, для Кати самое драгоценное, это, конечно же, золото. Даже больше, чем алмаз. Катя же хочет в ближайшем будущем построить золотой сральник. Поэтому берем золото и топаем к нашему колодцу желаний. Колодец желаний, колодец желаний. Примерно так это должно будет выглядеть, когда Катя приходит. Вот так. Тебе тут нормально, не? А ты вообще в курсе, что это моя джакузи? Не? Работа, иди, Элеонора. На работу! Сестры тебя там твои заждались. Давай, давай, пошли сюда. Давай, 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 давай. Ты смотри, прогульщица, еще один раз увижу! Уволю к чертовой бабушке. Работай. Ну все, сейчас я точно не забуду, то, что сначала надо поджечь костер, а потом уже собрать. Слушайте, выглядит реально так, как будто это не мед капает, а кое-что другое. И что? Лучше я вслух произносить не буду. Работай! Скоро Новый год!
Скоро все желания будут осуществляться. И мои желания также должны начать осуществляться. Пожалуйста, я прошу даже не колодец желаний. Я прошу Деда Мороза. Перед Новым годом, пожалуйста, я в жертву тебе приношу этот золотой слиток. А ты приноси мне в жертву самое дорогое, что есть в Майнкрафте. Самое ценное. Пожалуйста. Я был послушным мальчиком. Я никогда не матерюсь. Я никогда никого не оскорбляю. Ну, разве что Катю, но я ее максимум там дуремондой называю, это не оскорбление. Тем более это любя. Я никогда никого не троллю. Не издеваюсь ни над кем. Ну, вот это не считается, вот этот случай. Поэтому, пожалуйста, колодец желаний, заработай. Прямо сейчас я бросаю монетку и надеюсь, то, что ты, колодец желаний, все же заработаешь, хорошо? Так, золото упало туда вниз. И прямо сейчас... Опа! Зачарованное золотое яблоко! Нифига себе! Спасибо большое, колодец! Спасибо, ты реально работаешь! Я сам не ожидал то, что он заработает. Спасибо, колодец! Еще раз огромное спасибо! Все, давай! Жди Катю, когда она придет! Все, пока! Да, пожалуйста, не благодари. Ну, если что, вот это колодец. Вот. Малек. Тот, кто помогает нам записывать серии. Как раз таки он мне будет помогать троллить Катю. О, привет! Малек, покажись, ты где? Малек! Колодец! Здорово. Главное не палиться. Давай, беги обратно в колодец. Давай. Давай, 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 прыгай, прыгай внутрь, давай, 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 давай. Ага, если что, вот там я ожидаю, сейчас Катя придет по идее. Давай еще раз, выкидываю бутылочку, а ты мне там что-то другое. Все понятно. Первые разы выкидывай Кате все по максимуму. Катя такая будет, типа, нифига себе, реально работающий колодец желания. Потом она пойдет ва-банк, будет срывать весь джекпот. Но только когда она выкинет все добро, которое она вот здесь сейчас получит... В финале колодец ей ничего не вернет. Колодец желаний, значит, да? Ну, ждем, когда Катя придет с университета. И посмотрим, как она на это отреагирует в следующей серии выживания. Так, сейчас. Сначала надо сбегать за зажигалкой, поджечь костер и только потом собрать мед. Ага. Зажигалочка. Угу, ножницы. И вот так. Так, а отсюда можно собрать соты. На самом деле я сейчас везде соберу соты, они мне тоже пригодятся. Вот так вот. И у меня в инвентаре сейчас 6. 6? Должно же больше выпадать или нет? А, вот еще вот здесь наверху. Ага. Так, давай еще раз проверим, работает ли у нас колодец желаний. Колодец желаний, колодец обжираний. А, так, да, надо снять сначала алмазные ботинки, а то что-то... Вот так, да. Колодец желаний, держи одну соту. Дай мне, пожалуйста, 20 изумрудов. Все, иди в задницу, зови Катю, ничего я тебе не дам. Вот и правильно, малек. На мои провокации никак не реагируй. Вот когда Катя придет, отрываясь на ней по полной программе. А вот ты, если хочешь, чтобы я чаще устраивал такие серии, когда мы скрываемся от Кати и ничего не говорим и строим какие-то ловушки, дай знать мне в комментариях. И я обещаю то, что мы ее будем троллить все чаще и чаще. Держите соту, до свидания. Малек, подвинься, что-то развалился-то здесь на дне колодца.